Всем привет! Сегодня поговорим о прозрачной древесине, охлаждающих пленках и силиконовых катализаторах. Подробности далее в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Ученые из Королевского технологического института разработали прозрачную древесину. Сначала шведские исследователи научились химическим путем удалять из древесины лигнин, природную смесь полимеров, которая представляет собой стенки растительных клеток. Таким образом, им удалось получить дерево белого цвета. А чтобы достичь прозрачности, в него добавили органическое стекло – полиметилметакрилат. Смесь оргстекла с химически преобразованной древесиной получилась прозрачной и вполне подходит для изготовления деревянных пластин большой площади. Уникальный материал обладает характерными для дерева прочностью, плотностью и теплопроводностью. А в России специалисты Новосибирского института теплофизики СОРАН разработали водоотталкивающую пленку, которая может применяться в теплообменных устройствах и для изготовления незагрязняющихся окон. Разработка может найти применение в электронике, в частности, для охлаждения процессоров в компьютерах тогда, когда они достигнут определенного уровня, на котором применяемых сегодня методов охлаждения будет недостаточно. Разработчики взяли за основу эффект, встречающийся в природе на лепестках лотоса, который покрыт тончайшими ворсинками, не позволяющими образовываться пленки жидкости. В институте же для создания гидрофобной пленки применили вторсодержащий полимер. И напоследок в Татарстане. Исследователи Казанского федерального университета успешно разрабатывают импортозамещающую технологию производства катализаторов для получения силиконовых каучуков. Ранее в России разработкой данной технологии хоть и занимались, но не получали необходимых результатов, которые были бы внедрены в производство. С использованием силиконовых каучуков изготавливают медицинские имплантаты, и так как он не горючий, не летучий, то широко применяется в производстве высоковольтной изоляции в составе герметиков. Кроме того, детали, изготовленные из силикона, применяются в нефтяной, авиационной и космической промышленности. А на этом все.